Оно ведь как бывает? Работаешь себе, трудишься, как папа Карлос. И вдруг фигак! День железнодорожника. Праздник этот особый, и отметить его надо так, чтобы комар не подточил нос. По счастью, Малая Горьковская понимает, о чем идет речь, и делает это мероприятие по-настоящему клевым. Гуделка. В этой связи особо важным, с нашей точки зрения, являются покатушки на уникальной машине ретро-паровозе КП-4. Да, КП-4, выпуска 1955 года, который бережно сохраняется умельцами дороги. Вот он, отойдите немного. Класс! 110 сзади! Ошалеть! Чтобы джентльмен понимал, у нас открыт новый навык – ТП-хаться сразу на несколько пикетов. Иначе как вы объясните, что мы уже на переезде, а? Вот даже парик согласен. Кстати, всех железнодорожников и просто любителей с праздником! Канал Покемоша Лайф желает вам здоровья и радости! Эх, красиво идет, не так ли? Вид из окна. Паровоз едет задом. Редкие кадры. Заходит под поезд. Ну а чего ему паровозу-то? У нас ведь, как говорят, влево набор, право сброс. КП-4 в естественной среде обитания. Знали бы вы, сколько раз эту уважаемую машину пытались выкупить всякие люди. Радует, что аппарат, несмотря на эти перипетии, остается на Малой Горьковской, продолжая радовать и железнодорожников, и пассажиров. Хороший день железнодорожника получился. Спасибо за него всем причастным. Жаль, что быстро закончился. Подписывайтесь на канал, оценивайте ролик. Всем удачи и до новых видео!